Так, ребята, ну, судя по всему, опять звука нет у меня. Ну что, пишем звук. Взяла гладилочку, 60. Навожу, навела уже раствор, теплон Юнис Белый Голд. Накладываю его на гладилку на швейцарскую, 60 сантиметров. И тяну снизу вверх. Вот. Растворчик. Вот с угла я от батареи сюда пришла. И вот там будет шкаф стоять у них. Где шкаф, старые обои я оставила. Вот. Штробы еще тут не заложены. Провода. Вот. Это еще накануне, значит, снималось. Вот начесываю стену. И излишечки снимаю, ребят. Снизу вверх. Вот так вот. И поперек протягиваю. Тонким слоем на сдир. Но сдир такой чисто относительный, потому что не до толщины зерна. Вот. Там приблизительно где-то 2 миллиметра слой. Вот. Но за счет того, что это гладилка, а не шпатель, слой толстенький будет. Меня это устраивает. Вот. Вот начесываю, ребятки. Так. Снимаю. Подкладываю, где его не хватает, этого раствора. Вот. Значит. Все хорошо. Вот. Изнаночка этой вот лопатки. Очень удобно. Вот эта шпательная лопатка, ребят. Я что-то даже к ней это... Ну, полюбила ее. Вот. Вдоль и поперек раствор. Снимаю и вверх, и угоню. Вот так вот. Отлично. Вот там какая-то песчинка, наверное, попалась. Вот я ее сняла, чтобы она не тянула с собой борозду. Вот. Ну, хочу сказать, что потом, вот, когда я зашкурила, когда высохло все это... Слушайте, хорошее основание, ребята. Оно плотное. Вот. И никакая потом, ни почем вот этот клей обойный, когда я буду клеить, ничего мне никакими пузырями не идет, ребят. Он не размокает от клея от обойного. Это большое дело. Вы же все помните, как витанит начинаешь вот отрывать, подрывать, чтобы там что-то подмазать, где плинтус верхний, где нижний. И он сразу отрывает основу, шпаклевку. Все это вот на обоих остается. А тут такого нету, ребят. Даже через 5-10 минут я могу вот подклеить плинтус или верх. Отрываю, а все у меня чистенькое. Это вот штукатурка, она не размокает от клея. Это большое дело. Вот. Мало того, что я, как говорится, два в одном. Я сразу и штукатурю, и шпаклею. То есть геометрию немножко выведу. Вот. И основание уже вот подготовлю под поклейку обоев. Обои будут тут итальянские, дуплексные. Вот я уже их видела. Хозяйка мне их продемонстрировала. Вот они толстенькие, там и рисунок, и объем, и фактура. То есть вот моя подготовка для таких обоев пройдет. А вот если бы обои были гладкие, вот тоненькие, вот, то, конечно, под такие вот обои, под капризные, там стена готовится чуть не как под покраску. Вот. Но обычно меня заказчики слушают и слышат. Если что, они меняют даже обои, идут мне навстречу. И мы идем к заветной цели вдвоем с ними. Они и я. Вот. Они в разными путями. Мы к одной цели идем. Они прислушиваются к моему мнению. И все у нас получается. Вот. Вот наушник у меня здорово торчит из уха. В общем, это он для камуфляжа, я вам подскажу.